Скандальные и даже угрожающие заявления из Вашингтона сегодня дали повод для жесткого ответа Москвы. Нападками на нашу страну и абсолютно несостоятельными обвинениями камуфлируется неспособность выполнять взятые на себя обязательства по Сирии. Так прокомментировали в Кремле, мягко говоря, недипломатичные высказывания официального представителя Госдепа, который сказал, что насилие в Арабской Республике продолжается по вине России, и следствием этого могут стать атаки на российские города. В МИДе это назвали политической низостью, а подобную риторику неприемлемой. Тему продолжит Михаил Акинченко. Обычный брифинг в Госдепартаменте США на этот раз почти полностью оказался посвящен ситуации в Сирии в целом и в Алеппо в частности. Официальный представитель ведомства Джон Кирби по уже сложившейся традиции вновь обвинил Москву и Дамаск в разжигании конфликта, ударах по гражданским целям, в использовании запрещенных методов ведения войны. Журналисты уже давно перестали спрашивать представителей американской дипломатии о доказательствах, на которых основаны столь резкие заявления. Все равно это бесполезно, но на этот раз у представителя Госдепа поинтересовались, что намерены предпринять Соединенные Штаты, чтобы заставить Москву подчиниться линии Вашингтона. Спрашивали, будут ли политические, дипломатические или, может, даже экономические последствия. Но уж такого ответа точно никто не ожидал. Последствия для России таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Экстремисты и экстремистские группы воспользуются образовавшимся в Сирии вакуумом, чтобы расширить спектр своих операций, включая, вне всякого сомнения, действия против интересов России. Может быть, даже в городах России. И Россия продолжит отправлять домой солдат в мешках для трупов и терять свои ресурсы, даже, наверное, и самолеты. Это заявление еще можно было бы попытаться объяснить не совсем корректным подбором слов, но в американском Госдепе, кажется, только стремились к тому, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Несколько минут спустя Кирби повторил то же самое еще раз. При этом он добавил, что у Вашингтона есть все необходимое влияние на так называемую оппозицию. То есть все сказанное прозвучало не иначе, как угроза. Именно так это расценили и на Смоленской площади. Эти плохо скрываемые приглашения применить террористическое оружие против России – это показатель того, до какой политической низости в своих подходах к ближневосточным делам и конкретно к ситуации в Сирии дошла нынешняя администрация США. Заявление представителя Госдепа прокомментировала также официальный представитель МИД Мария Захарова. Вам не кажется, что подобное чревовещание про трупы в мешках, теракты в российских городах и потери самолетов больше похоже на команду ФАС, чем на комментарии дипломата? Что стало причиной такого эмоционального срыва, не секрет. Американцы, как известно, довольно своеобразно толкуют соглашение об урегулировании в Сирии, которого достигли министры Сергей Лавров и Джон Керри. Как известно, 12 сентября в Сирии был объявлен режим прекращения огня. Правительственные войска огонь прекратили, а боевики, наоборот, перешли в наступление. Сложившуюся ситуацию накануне прокомментировали в российском Министерстве обороны. Мы рассчитывали, что Соединенные Штаты развернут аналогичную работу с подконтрольными им отрядами оппозиции, которые будут соблюдать режим прекращения огня и начнут синхронный отвод техники из согласованных районов. Ожидалось, что США обеспечат разделение оппозиции и отрядов Джабхат-ан-Нусры. Вместе с тем, режим прекращения боевых действий был сорван боевиками. Кроме того, боевики использовали временную передышку, чтобы пополнить собственные арсеналы. В их руках могло оказаться и химическое оружие. По некоторым данным разведки, террористы собираются применить его в Алеппо, чтобы потом обвинить в случившемся сирийское правительство. В российском Министерстве обороны предупредили, что намерены не допустить обострения ситуации в районе боевых действий, но в то же время готовы к продолжению диалога по мирному урегулированию. Готовы к дальнейшему продолжению совместной работы с нашими американскими партнерами по сирийской проблематике. Уже в ближайшее время предусматривается направление российских экспертов в Женеву для возобновления консультаций с американской стороной в целях поиска возможных путей нормализации обстановки в районе Алеппо и Сирии в целом. Тем временем в самой Сирии продолжается работа российского центра по примирению враждующих сторон. Только за последние сутки соглашение о перемирии подписали представители 10 населенных пунктов. И теперь число городов и сел, подключившихся к режиму прекращения огня, достигло почти 700. Михаил Акинченко, Мария Михневич, Павел Краснов, Первый канал.